Женская сборная Дагестана стала обладательницей Кубка России по пляжному регби. Соревнования за почетный трофей прошли в Москве. В финале подопечные Магомеда Гаджимагомедова одержали волевую победу над хозяевами соревнований – столичным «Торпедо» со счетом 5-2. Всего же борьбу за почетный трофей разыграли 8 команд. На пути к пьедесталу горянки провели 4 встречи. Обыграв всех своих соперниц, и впервые в истории стали обладательницами Кубка России по пляжному регби. По этому случаю в Минспорта Республики чествовали команду. Министр спортивного ведомства Магомед Магомедов поздравил регбисток и их тренера Магомеда Гаджимагомедова с выдающимся достижением и вручил спортсменам денежное поощрение. Мы благодарны тебе. Вот, долгое время ты этим делом занимаешься. Тебе полностью вкладываешь этот вид спорта. И вот, пожалуйста, результат тех трудов, тех переживаний, тех нервов сегодня на лицо. Кубок России, ты привет. Молодец.